Приветствую! Существует множество потрясающих бесплатных программ планетариев, как, например, Stellarium. Вы можете узнать, где, что и когда видно на небе. И в этом видео я покажу вам планету Венеру, которая весной 2020 года ярко сияла на вечернем небе и в первой половине ночи. Покажу вам, как я обрабатываю записанный видеоматериал, что позволяет получить более четкие изображения. Довольно сложно сделать одну фотографию планеты, чтобы она сразу была четкой и были хорошо видны детали. Искажения, которые вносит атмосфера Земли, мешают нам видеть космос четким. Но существуют бесплатные программы для обработки изображений, которые нам помогают. Когда мы записываем видео или серию кадров планеты, то некоторые из таких кадров более четкие, чем остальные. Программа выбирает лучшие кадры и суммирует изображения из них. Это позволяет избавиться от шума на изображении, делает заметными мелкие детали. Сейчас не буду подробно рассказывать о том, как это делается. В интернете и на YouTube существует множество уроков на разных языках. Я просто покажу вам это в работе. Стоит еще упомянуть, что выравниваю видео в программе PIP, а также обрабатываю полученный снимок в Registax, иногда в Photoshop и других. На канале есть несколько видеосюжетов за последние месяцы, в которых я показывал, как выглядит Венера. От зимы к весне мы видели, как менялись ее фазы, как она становилась ярче в небе и ближе к Земле. Смотрите видео на канале, подписывайтесь на новые. Желаю ясного неба и удачи!